Всем привет, с вами Никэт, и это вновь мое послание в будущее. Вы не представляете, это уже не первое послание в будущее, потому что их было до этого около двух, если не трех. И знаете, что я бы вам хотел сказать? Сейчас мы поговорим о том, что у меня имеется на канале. Сейчас у меня 13300 подписчиков. Это достаточно много, да? Ну, а... Да, я считаю, что это много. 3 миллиона просмотров вообще-то. На данный момент до сих пор идет война уже год. Уже больше года, да? Да. Это понятно, мне кажется. Я надеюсь, что в 2024 ее все-таки уже не будет. У меня все хорошо. У всех других людей тоже все хорошо. Мемы стали очень странными сейчас. Ну, типа, они все равно восстанавливаются, да. Чё я говорю? Мне сейчас очень интересно, каких же успехов я добьюсь в следующем году. Я очень хочу набрать 100 тысяч подписчиков. У меня запись идет вообще? Я в трудном положении, на самом деле, потому что с друзьями... Обычно я с друзьями гуляю, сейчас даже с друзьями не гуляю, просто в основном провожу время дома и с родителями. И еще с родственниками. Сейчас у меня очень хорошее настроение. Это хорошо. Это что же я себе хочу пожелать на будущее? Мужик, давай там, типа... осваивайся там, улучшай свои монтажные навыки. И у меня вопрос: как ты существуешь там, ну как ты там деньги зарабатываешь, много? Есть там какие-нибудь, ну, новые там устройства, телефоны крутые, там, да, камеры, компьютер наконец-таки новый, который не лагает. Ну, интересно просто. Также мои комментаторы, дорогие комментаторы, которые остались, которые останутся под этим видео и будут ждать год. Спасибо, что вы ждали ради меня. Просто ради того, чтобы встретить это видео, ждали его год. Это же, ух, какие вы целеустремленные люди. Дальше я не знаю, что рассуждать. Возможно, дальше какие-нибудь видеоматериалы без моего лица покажу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никэт. Даже не знаю, как вас можно еще удивить. Посмотрите, да, эти скриншоты. Все, давай, пока. Сама разберешься. Всем пока. Roblox.